конечно, понимаю, что снимаю херню. Я тут первый раз в Щебенке, я здесь никогда не был, поэтому снимаю. Вон жирный голубь. Вообще, я думал, что Щебенка какой-то бомжовский город, а он очень даже ничего. Блин, это и там лестница была, что это? Ёмарно, брат, а я как дурак поднимался. Ну да ладно. Так. Куда там дальше-то? Ни хрена не помню. Пройдусь по дворам, потому что, как я уже говорил, в Щербинке никогда не был ни одного раза. Надо все-таки пройтись разок. Нет, тут, пожалуй, даже, ну, не сказал бы, что круче Подольская. Ну, так же, в общем-то, разницы никакой. Щербинский лифтостроительный завод, так вот откуда лифты все у нас. В общем, город довольно интересный. Что я тут забыл? Ну, я приезжал на собеседование. В понедельник у меня первый рабочий день. Не знаю, что из этого получится. Рассказывать толком я нифига не умею, поэтому, как я не пытаюсь сделать нормальный стрим, ничего не выходит. Вот. Я еще и камеру пальцем закрыл, вообще супер.
Предпринимательный, наверное. Ну. Да, теперь бы как бы еще выбраться отсюда.